Добрый день, мое имя Василий. Я управляющий сетью продуктовых магазинов «Белорусский фермер». На май 2023 года в нашей сети 18 магазинов в Саратове и других городах области. Белорусские продукты известны своим качеством и доступной ценой. Мы продаем в магазинах больше 50 видов сыров из настоящего молока, около 60 видов колбас, различные копчености, сгущенку и другие продукты из Беларуси. Закупая все продукты напрямую, мы гарантируем их подлинность и держим низкие цены по сравнению с небольшими магазинами-посредниками. Белорусские продукты идеально подходят как на каждый день, так и для праздничного стола. Поэтому ежедневно больше 1000 покупателей покупают качественные и недорогие продукты в наших магазинах. И каждую неделю они возвращаются к нам снова. «Белорусский фермер» – это уютные небольшие продуктовые магазины у дома. Первый магазин сети был открыт в середине 2020 года, и собственник сразу решил внедрить удобную и современную систему лояльности для своих покупателей, по примеру известных федеральных сетей. В августе 2020 года мы с владельцем тогда еще одного магазина будущей большой сети начали переговоры по ЮДС. Собственник обозначил основные задачи, стоящие перед командой внедрения. Удобная и простая и выгодная система лояльности для покупателей, небольшие затраты на систему, быстрый сбор обратной связи от покупателей, информирование о новых товарах, акциях, интеграция с 1С и возможность быстрого включения в систему лояльности новых торговых точек. Очень своевременной после локдауна оказалась государственная поддержка центра «Мой бизнес». В октябре 2020 года магазины «Белорусский фермер» получили государственную субсидию в размере 40% стоимости ЮДС, и мы приступили к внедрению. Почти сразу открылся второй магазин, а к марту 2021 года уже 4 магазина радовали саратовцев качественными белорусскими продуктами и выгодной системой лояльности на платформе ЮДС. После окончания трехмесячного внедрения мы взяли компанию на постоянное сопровождение. Продолжаем сотрудничать и в настоящее время, сопровождая на май 2023 года уже 18 магазинов этой замечательной вкусной сети. Первое, что необходимо делать при внедрении любой системы взаимодействия с клиентами, это научить сотрудников и покупателей пользоваться бонусной картой магазинов. Для этого требуется не только обучить сотрудников магазинов, но и быть постоянно на связи с каждым продавцом, контролировать поставленные плановые показатели. Мы сделали обещанный собственнику результат, и к концу третьего месяца внедрения ровно 40% всех продаж проходило через ЮДС. А это значит, что 4 из 10 покупателей попадали в клиентскую базу и начинали коммуникацию с компанией. Убежденность собственника в успехе, отличная вовлеченность сотрудников, освоивших не только ЮДС, но и приложение для онлайн-конференций, грамотная методология внедрения и работа с персоналом внесли колоссальный вклад в результаты работы с ЮДС. О них мы и расскажем далее. Основной результат – это активная клиентская база, которая на май 2023 года составляет более 51 тысячи человек. Ежемесячно база пополняется новыми клиентами – более 2000 человек. Такая огромная аудитория позволяет вообще обходиться без платной рекламы. А после блокировки известных соцсетей сеть «Белорусский фермер» отказалась от их ведения и не почувствовала никакой разницы, потому что вся коммуникация с собственными клиентами и так велась через ЮДС. А опытным предпринимателям прекрасно известно, что работа со своей клиентской базой намного эффективнее, чем реклама на холодную аудиторию. Сопровождая компанию, мы продолжаем основное внимание держать именно на росте клиентской базы. Нам нужно, чтобы как можно больше покупателей получали нашу бонусную карту, копили бонусы и ставили оценки нашим магазинам, сообщали свои пожелания и замечания. Для этого мы постоянно работаем с сотрудниками компании, проводим планерки, предлагаем систему мотивации, обучаем новых продавцов работе с клиентами и с ЮДС. Отдельные магазины показывают рекордные результаты. 7 покупателей из 10 получают бонусную карту магазинов в сети «Белорусский фермер». Мы видим устойчивую закономерность как в сети «Белорусский фермер», так и у других наших клиентов. Пользователи системы лояльности, сделанные на базе удобного мобильного приложения,
которая позволяет закрыть все потребности в коммуникации клиента и компании, имеют средний чек на 30-50% выше, чем у покупателей, которые еще не вовлечены в такую коммуникацию и не имеют электронной бонусной карты. Бонусы, которые получают покупатели магазинов «Белорусский фермер», в два раза больше, чем бонусы самых известных федеральных продуктовых сетей. А кроме бонусов с покупок, все обладатели карты сети получают дополнительные подарки к праздникам, участвуют в различных розыгрышах. При этом общая сумма затрат на все бонусы не превышает 1% от оборота, проходящего через ЮДС. Такие затраты на систему лояльности может позволить себе даже низкомаржинальная продуктовая розница. Для нас очень важно получать моментальную обратную связь напрямую от покупателей, минуя сотрудников. За 2,5 года работы с ЮДС мы получили больше 11 тысяч оценок, и собственник лично следит за средней оценкой и замечаниями клиентов. Похвалимся, средняя оценка 4,9, и мы прилагаем много усилий, чтобы сохранять этот уровень. Возможность получать отзывы от покупателей и улучшать свой ассортимент, качество обслуживания – это серьезное конкурентное преимущество, и мы очень активно его используем. Через ЮДС сеть «Белорусский фермер» поздравляет своих покупателей с днем рождения. За полгода 347 человек воспользовались подарочным сертификатом и принесли в кассу дополнительно 148 тысяч рублей. Мы благодарим за покупки большей суммы. Отдельно благодарим самых лояльных покупателей и приглашаем с помощью электронных сертификатов тех, кто давно не покупал качественные продукты в нашей сети. Часть акций запускается по автоматическим сценариям, часть мы делаем вручную за 10 минут. За 2,5 года все проведенные акции принесли в кассу дополнительно более 1 300 000 рублей выручки. Удобно и то, что пользователей ЮДС становится все больше, поэтому часть новых клиентов в наши магазины мы получаем от самой платформы. Так, 4051 клиент пришел от самого ЮДС, и за 2,5 года их выручка составила 1,9 миллиона рублей, а большая часть из них стала нашими постоянными покупателями. Благодаря РФМ-анализу мы увидели, что из 51 тысячи клиентов всего 11 тысяч покупателей приносят 77% выручки всей сети. Это наши кормильцы, мы их очень ценим. А 16 тысяч новых покупателей, совершивших одну покупку, принесли всего 8% выручки. Таким образом, на больших цифрах, собранных через ЮДС, подтверждается старая предпринимательская истина. Выгоднее удержать своего покупателя, чем привлекать нового. Довольные покупатели не только дают 77% выручки, но и активно рекомендуют магазины. А через ЮДС это сделать легко и просто, и выгодно. Ведь мы благодарим наших рекомендателей вечными бонусами с покупок их друзей. 481 покупатель пришел к нам через рекомендации, что принесло в кассу более 2 миллионов рублей выручки. Таким образом, за 2,5 года сеть «Белорусский фермер» только от роста среднего чека, акций клиентов от ЮДС и покупок по рекомендациям получила около 13 миллионов рублей дополнительной выручки. Конечно, для того, чтобы покупатели были довольны и возвращались снова и снова, нужен всегда комплекс причин. Удобно расположенные магазины, превосходный ассортимент качественных продуктов, приветливость продавцов, а бонусы – готовность слушать покупателя, новости о новинках, поздравления и благодарности только добавляют причин вернуться в наши магазины. Мы довольны работой платформы ЮДС, поэтому в каждом новом магазине внедряем ЮДС в первую же неделю после открытия. И наш подарок зрителям – бонусная карта нашей сети в ЮДС с балансом 50 рублей. Сканируйте QR-код с экрана или присоединяйтесь по ссылке в описании ролика и приходите в наши магазины за настоящими вкусными продуктами.